Всем привет, ребят, с вами Тоха. Ну что ж, появился наконец-то русский мод прицепной. Я нашел сегодня в интернете хлопоуборочный комбайн, уже типа советский, че русский, плюс с трактором вот этим таким МТЗ чудным на одном колесе, какой-то МТЗ типа специально подделанный. Вот такой. И такая прицепная байда под хлопок. Кюм. Это бригада 2 сделала этот мод, кто-то его чили слил или не сами на общак кинули. Не знаю, но я нашел его в интернете, вот это вроде первая версия, не знаю еще как она там, с багами, что-нибудь без багами, не знаю, попробуем. Вот как себя представляет трактор, давайте сядем в него. Вот так, видите, руль, опа, ну так, ничего так сделано, вроде прикольно. О, давайте заведем. Вроде работает. Так, все вертится. Только что-то звук техники я не слышал, блин. Громкость. О, теперь слышу. Даже педали работают. Смотрите, прикольно сделано. Белорус. Так, ну давайте эту байду зацепим, что ли. D204, 240 какой-то, так вроде. Вот классный руль, где у работника по-человечески стоят. Давайте, ребят, засыпем эту хрень. Опа. О. И перейдем колеса. Не могу, какой аппарат. Чудо природы, ребят. Ха, монстр, монстр. Ребята, монстр. Давайте мы сделаем типа скриншотика этого аппаратика. Ребят, давайте скидываем скриншотик. Сейчас. Вот так. Вот такой аппаратик. А, жопа поворачивается у него, понятно. Ух. Чудеса, да? На виражах, ребят. Так. Прикольный трактор. Хотя посмотрим, как он в магазинчике у нас выйдет. Он продается в хлопоуборочной технике. Вот. Госсельмаш ХМП 1.8, ребят. Вот. 15 километров на 15,5 тысяч литров. Тут конверт стандарт. Дизайн какой-то там. Дизайн 1, 2, 4, 5. А что там за дизайн 9, не знаю, это меняется, короче. Можешь цвет выбрать, хотите такой, сделайте. Зеленый. То, что тут выбирается, не знаю. Что-то тут ничего так и не поменялось, какой цвет там, не знаю. А вот сам наш товарищ МТЗ-80ХМ, ребят. Можете, вот именно под хлопок уборочный хрень. Цветная такая, может, цвет дизайна. Такой цвет обода. Можем сделать зеленый. Основной цвет желтый. Вот такое у нас чудо природы может получиться, ребят. Выбираем, красим, что хотим, то и делаем, ребят. Ну, вот такой аппарат. Ну что, ребят, давайте мы сейчас съедем на поле. И там уже попробуем убирать хлопок, ребят. Вымемся на поле. Ну что, ребят, вот добрались мы до поля, до хлопа, хлопа, где у нас тут, ребят. Так. Давайте мы. А. Как же тут разложить? Так. Во. Все, поехали. О, пошел процесс. О, пошел процесс. Потихоньку процесс. Блин, тут она узкая.
два рядка только захватывает он походу. Ну да, два рядка захватывает наш чудо-аппарат. Ну да, два рядка только захватывает. Ух, как пошел вату собирать. Чудо-аппарат наш. Работничка запускаем. На горочку поднимается у нас, тоже работает. Только что он так впереди ложит, еще колеса не мапа. По инерции колесо должно быть. Это работает, собирает хлопок. Вот он сыпется у нас. Хлопок. Вата. Наверное, походу на бок выгружает, наверное. А что, закончил работу? Не понял. Ну что, не наше поле, что ли? Что-то он не собирает. Так. Что-то он дальше не собирает. О, теперь собирает. Жадко было пустить, блин. Вот баран. Ну, ребят, работает. Собирает. Работает, работает. Можно убирать, ребят. Ну, кому интересно, ребят, ссылочка на этот мод будет в описании. Хоть наконец-то появилась что-то русская техника, хоть какая-то недорогая для того, чтобы собирать хлопок в наших русских картах, ребят. Ну что, всем. И даже шланги гидравлические там стоят, все как полагается. Вал отбора работает. Ну все как по феншую, ребят. Заглушили. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Кому еще раз понравилось, ссылочка в описании будет, ребят. Жду ваших комментариев, лайков, ребят. Кто не подписан, подписываемся. До следующих встреч. На моем канале жду вас на своих стримчиках, ребят. По ферме, по другим играм, ребят. Ну что, всем пока, до встречи.